Министр образования и науки Донецкой Народной Республики Лариса Полякова сообщила, что принято решение вернуть в школьную программу начальную военную подготовку. По ее словам, для учащихся будут преподавать бывшие военнослужащие армии ДНР, которые не могут нести службу из-за ранений. Она подчеркнула, что сейчас эти будущие преподаватели проходят методическую подготовку, после чего будут работать в школах. Кроме того, Полякова отметила, что в школьную программу включены также новые предметы, которых не было при Украине, в частности, уроки гражданственности. По словам главы ведомства, работа по патриотическому воспитанию молодежи проводится и в вузах Донецкой Народной Республики в рамках специальных лекций. Напомним, что ранее министр образования и науки ДНР неоднократно заявляла, что патриотическое воспитание молодежи должно стать одним из приоритетов властей.